Всем привет! Сегодня мы будем играть 5 ночей с Фредди 2. Продолжаем играть вторую ночь. В прошлом видео мы прошли первую ночь и ознакомились с игрой. Вот такой вот офис. Аниматроники на месте. Ну тут, конечно, посложнее, но я попробую. Можем маскироваться также под видом Фредди. А вот мне интересно, мы так и не проверили, вот что будет, если не заводить шкатулку? Вот что будет, смотрите, восклицательный знак. Так, тревога, что-то сейчас будет. И? Вот я не завожу вообще. Какая-то музыка играет. Что? И все? Вот это скример. Резкий был скример. О, мы проиграли. Так, ну давайте попробуем теперь сыграть вторую ночь. Мы обязательно ее сегодня пройдем. Все на месте. Тут уже сразу надо заводить шкатулку. Так, все нормально, никого нету. Можем быстро так заводить и отворачивать камеру. Точнее, монитор. Или это планшет у нас? Интересно. Никого нету. Вот, видите, ночь вторая, 12 ночи. Вообще тишина, никого нет. В этой игре надо сделать так, чтобы сюда не пробрались аниматроники. Ну, либо нас не поймали. Сюда они могут пробраться, но главное нам успеть замаскироваться в нужный момент. Под видом Фредди. Так, кто-то убежал. О, смотрите. Это игрушечная лиса. Я по плакату увидел, вот, когда подсвечивал. И это игрушечная лиса. Вот. И что делать? Она прям в камеру смотрит. Нет, лучше не буду светить. Тут пусто. И что мне делать? Звуки какие-то издает. Уже Чика игрушечная убежала. И Бонни, и Чика смотрят в камеру. И лиса игрушечная, кроме медведя. Я пока что не знаю, они где, но они ко мне близко. Скоро будут. Так, лиса уже не там. Пусто в вентиляциях. Главное заводить шкатулку, успевать и за ними наблюдать. Это Бонни сюда ползет, игрушечный. О, и Чика уже тут. О, видели? Смотрите, как моргать свет начал. Все, когда
Свет не моргает, он ушел. Это кто еще? В смысле, это кто был? Или это та же лиса? Стоп, это Фокси, что ли, был? Я кого-то увидел опять. Я не успел разглядеть сейчас. Уже звуки пошли. Они близко. О, лиса. Там еще Фокси был, точно. Нельзя подсвечивать. Фредди уже здесь. Игрушечный. Так, они исчезли. А там мы еще прятались в вентиляции. Был какой-то мальчик со шкатулкой или что это было. Маскировались тоже. Я не знаю, какие-то аниматроники новые. Тут их, конечно, много. Я уже целых 6 новых аниматроников заметил во второй части. Уже 3 часа ночи. Вот, Фокси, смотрите. Я буду быстро подсвечивать, чтобы они не успели на меня наброситься. Нету их. И маскируюсь быстро. Также завожу шкатулку. 4. Нам нужно продержаться. Надеюсь, у нас все получится. О, я прям в момент замаскировался. Это опять, походу, Бонни был. Это кто? Чика. Звуки какие-то по вентиляциям ползают. Ну все, ушло. Опять Фокси. Да что это такое? Что они так начали нападать? Вы заметили, сколько уже сюда аниматроников? Вот это. Ну тут, конечно, постараться надо. Приложить усилия, чтобы пройти вторую ночь. Звуки какие-то. Что? Это от той лисы. Вы видели, скример вылез. Да. Так в смысле, я ничего не понял. Оказывается, она пробралась уже в комнату, точнее в офис. Ну ладно, сейчас точно будем смотреть за всеми. Надеюсь, все получится. Сегодня мы будем проходить 5 ночей с Фредди 2, вторую ночь полностью. И надеюсь, сейчас у меня точно все получится, потому что я уже не буду допускать ошибок. Просто это новый аниматроник, я не знал. Как он хитро двигается. Так, ну все, они на месте. Я завожу шкатулку быстро. Так, стоп, я кого-то видел. Я видел точно кого-то. На камерах. Так, это на месте. Там какой-то аниматроник выпучился. Я не знаю, это было или нет. Главное успевать заводить шкатулку и смотреть за ними. Тут уже, если аниматроник прям в офисе, мы уже должны смотреть на реакцию, быстро маскироваться. Так, кто-то только что смеялся.
Опять ты? Да как? А что мне делать-то надо? Нет, на этот раз она не проникнет к нам в офис этот. Я не дам это сделать. Час ночи уже. Так, ну ближайшие 2 часа еще, даже 3. Этот аниматроник там будет. И Чика пришла, вот. Шкатулку успеваю заводить. Мне кажется, вторая часть легче первой. Для меня. Сложнее тем, что тут нельзя блочить двери, как в первой. Так, вы видели этого мальчика только что? Я смотрел камеру. Да вот. Вы видели резко прям на реакцию. Жду примерно 5 секунд, но тут уже, конечно, 8 почти прождал и вылез. Фокси. Заводим, заводим. Надеюсь, успею. Никого нету. Фредди здесь. Так, пока что Фокси, я не знаю, он не проникает сюда, в офис. Никак. Мне, кстати, еще кажется, что тут все три вот эти аниматроника, Фредди, Чика, Бонни, у них есть и игрушечные версии. Значит, Фокси это есть розовая такая игрушечная лиса. Или как его там, пока что имя не знаю. Как узнаю имя, буду уже по имени называть. Отлично, никого нет. 3 часа ночи. Ну, звуки, как всегда, издаются какие-то непонятные. Значит, аниматроники близко. Смотрите. Все? А, нет, не проиграли. Жду 3 секунды и выхожу. Все. Никого. А Фредди на месте. Ну, спасибо, остановил игру. Те аниматроники не будут подходить зато. Молодец. Он там где-то 2 часа стоит, или 3, или сколько, я не помню уже. Иногда нельзя подсвечивать центр. Странно. Не понимаю. Нет. Вроде на месте, Фредди. А я не знаю, тут есть нормальный Фредди. Ну, не эта поделка игрушечная. Или это они такие все во второй части? Вот, подошел, вы видели только что. Прячусь на всякий случай. Ну хотя Фокси с первой части здесь. Вот, все уже здесь. Вон та лиса уже тут. Батарейки у нас, надеюсь, хватит. Половина уже села. Быстро завожусь, прячусь под маской и выхожу и наблюдаю за ними. Вот, опять этот мальчик. Да что это такое? О, сразу 2 аниматроника. Это Бонни, походу, был. Ну, вышел. Тут Чика. Фокси. Кстати, походу уже вон та лиса идет сюда. Я в этом уверен. Она потому что там стояла, значит уже идет сюда. Только один Фокси, я не понимаю, он сюда не идет. Вот один он странный. Это Чика была? Я так долго смотрел, конечно. Надо успевать еще прятаться. Фредди опять.
Что? Я просто среагировать не успел. Вместо маски камеру включил, и все, мы выиграли. Мне повезло, знаете как? Что это такое? Бонни? Что за приколы? Что, мини-игра какая-то? Чика. И что мне делать? Кстати, это из первой части, да? Место вон то. Столовая это или что? Что это моргнуло быстро? Третья ночь. Так что, друзья, мы сегодня прошли вторую ночь. Интересные моменты залью в ТикТок, оставлю ссылки в описании на них. Так что всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на меня, и всем удачи, и всем пока.